Это блэкаут, мы как в банке. Я тебе банку в жопу засуну и начну стрелять, блин. Открывай твою кредитную карту и открывай эту дверь в конце банка. Отверживаем сейф, достаем бабки. Чел, это не твоя добыча. Иди в схаку. Двинь, копы уже на пути. У меня мало времени, чтобы отсюда уйти. У меня деньги летят из пачки. У меня деньги летят из рюкзака. Мне надо свой схаку. План отхода был таков: взять тачку. Но наш драйвер не приезжает с тачкой. Я не знаю, что мне делать. Я стою на улице и его тут нету. Я слышу, как копы приезжают уже. Хеликоптеры летают в небе. Мы уже вышли из банка, но кажется, мы сейчас вернемся в него обратно. Сейчас захожу. Я показываю им свою пушку. Я знаю, что я обречен. И чтобы этим близком достаться, я его замочу еще. Я ищу этого козла, который всех я не забью без моего просто. Ты сейчас получишь эту пулю в лицо, если ты не отменишь, что только что произошло. Копы стоят перед дверью, и я не знаю, что мне сделать. Я прошу этого дебила, который сигналку врубил, чтобы он все это дерьмо откатил. Он на меня вылупился, будто бы сел. Я не знаю, как это сделать. Мне похер, я ему говорю: сделай что-то, или я стреляю. Она начинает медитировать, и я приношу в другое измерение. Мы как в банке, я тебе банку в жопу засуну и начну стрелять, блин. Открывай твою кредитную карту и открывай эту дверь в конце банка. Отверживаем сейф, достаем бабки. Чел, это не твоя добыча. Иди в схаку. Двинь, копы уже на пути. У меня мало времени, чтобы отсюда уйти. У меня деньги летят из пачки. У меня деньги летят из рюкзака. Мне надо свой схаку. План отхода был таков: взять тачку. Но наш драйвер не приезжает с тачкой. Я не знаю, что мне делать. Я стою на улице, и его тут нету. Я слышу, как копы приезжают уже. Хеликоптеры летают в небе. Мы уже вышли из банка, но кажется, мы сейчас вернемся в него обратно. Ну что это за нахрен? Резкое изменение погоды. У меня вскочил пульс и давление, однако я не чувствую ничего необычного. Судя по моим подсчетам, ничего такого не должно было произойти. Все должно было быть по плану, где мой драйвер и... Что это было? Ладно, нужно не сихать время и что-то скорее придумать, иначе я просто...
начнется кибератака на эту планету. Мне нужно срочно записать этот блог пост, потому что когда это все закончится, у меня будет очень много лайков.